Что ж, позвольте мне перейти к следующему слайду и перейти к римской цифре 4 и ненадолго остановиться на этом пункте. И здесь речь пойдет о разделах систематического богословия. Основные сферы богословия — библиология, доктрина Писаний, собственно, теология, так богословы это называют, но, по сути, это доктрина о Боге. И доктрина о Боге включает в себя доктрину о Христе и доктрину о Святом Духе. Доктрина о Святом Духе — это пневматология. Есть также ангеология, или доктрина об ангелах. И здесь речь идет не только о добрых ангелах, но также и о сатане и демонах, злых духов. Также здесь есть антропология, доктрина о человеке. И в этом разделе богословия основной упор делается на человеке как на творении, и далее на человеке как на грешнике. И вот эта вторая часть называется хамартиология, или доктрина о грехе. И греческое слово, означающее грех или грешить, это хамартия. Так что антропология охватывает несколько разных аспектов богословия. Сотериология — это наука о спасении. Экклезиология — это доктрина о церкви. А эсхатология — это доктрина о последнем времени. Этот термин «эсхатология» происходит от двух греческих слов «эскетас» и «логос». И «эскетас» означает то, что будет в конце. И эсхатология, поэтому, наука о последних днях. Но, строго говоря, речь идет о всем, что находится в будущем по отношению к автору библейского текста. Все это подходит под определение эсхатологии, потому что, как думали библейские авторы, между первым и вторым пришествием Христа не должно быть большого промежутка времени. Поэтому эсхатологию можно определить так: все, что предсказывает будущее с перспективы библейского автора, все это является темой изучения эсхатологии. Хотя обычно богословы рассматривают эсхатологию таким образом. Они фокусируются на последних событиях, последних днях, которые на самом деле будут последними. То есть речь идет о конце времени. Что ж, мы перечислили основные разделы или области систематического богословия. А теперь я хотел бы рассмотреть с вами методологию систематического богословия. И здесь для вас несколько вводных замечаний, касающихся неевангельского метода. И при этом есть то, что сразу становится очевидным, когда вы, к примеру, начнете читать неевангельское богословие. И это то, что Писание не является основой. И даже если оно и упоминается вообще, то оно приводится четвертым, пятым или шестым в списке. И упоминается оно лишь только для того, чтобы неевангельский богослов смог показать вам, что верить в истинность Писания слишком наивно, что это неправильно, и что-то в этом роде. Так что вы можете ожидать, что в неевангельском подходе к богословию нечто другое является основой для построения размышлений, так сказать, краеугольным камнем. Обычно это человеческий разум или какая-то конкретная философия, существующая на тот день.
И по крайней мере в последние 250 лет, может более, те люди, которые занимались богословием с неевангельской перспективы, основывали свои рассуждения на доминирующей философии своего времени, и они высказывали некие религиозные утверждения, в которых в качестве основания использовалась светская философия. И поэтому те вопросы, которые включены в обсуждение в неевангельском богословии, не говоря уже о позиции, сильно отличаются от того, что вы увидите в евангельском богословии. Потому что мы верим, что Библия — это Божье Слово. Мы верим, что оно полностью безошибочно. И мы верим, что цель богословия — это выявить и провозгласить то, что Бог хотел сказать по какой-то конкретной теме. И мы верим, что основным источником информации для обнаружения того, что Бог хочет нам сказать, служит Библия. Что ж, теперь позвольте мне высказать несколько замечаний, касающихся евангельской методологии. И начну я с того, что скажу, что некоторые моменты, будучи евангельскими христианами, вы принимаете по определению, как истины. Вот, к примеру, если вы евангельский христианин, то вы будете считать, что Библия — это богодухновенное Божье Слово, что в нем нету ошибок. И это истина в последней инстанции, и не только для систематического богословия, но и для всей жизни. Что ж, богослов-систематик, он не столько пытается защитить эти взгляды, они скорее считают это задачей апологетов или философов в сфере религии. И это основное допущение, на котором строится евангельское богословие. Но есть еще одно основное допущение, которое также является отличительной особенностью евангельского богословия. И это посвящение следованию буквальной, грамматической, исторической герменевтике. Я думаю, вы уже слышали этот термин ранее, или что-то похожее. И в большинстве случаев при этом имеется в виду буквальная герменевтика. Но что же это такое, буквальная герменевтика? В чем ее основная цель? Что ж, основная цель этого метода толкования состоит в том, чтобы раскрыть то, что имел в виду автор, когда писал текст Писания. Поэтому основное ударение делается не на том, как этот текст касается меня, или как бы мне хотелось, чтобы он звучал. Ничего подобного. Но вместо этого мы пытаемся определить, а что же автор хотел сказать. И вы, быть может, думаете про себя, ну как же я смогу это узнать? Я ведь никогда не встречался с автором Писания. Они не писали свои книги так, чтобы потом добавить к этому толкование или пояснение. То как же мы сможем сделать то, чему нас призывает буквальная герменевтика? Что ж, это хороший вопрос, и, к счастью, на него есть хороший ответ. Чтобы обнаружить то, что намеревался сказать автор, необходимо детально рассмотреть текст Писания, что же там написано. И вы сейчас думаете про себя, ну что же вы имеете в виду? Что ж, посмотрите на те слова, которые использует автор. Каково значение этих слов? В каком значении их использовал автор? Если вы не уверены, посмотрите греческий или еврейский словарь. Вдобавок к этому,
кроме того, чтобы рассматривать слова и их значение, вы также будете обращать внимание на правила греческой и еврейской грамматики, а в случае каких-то книг Ветхого Завета — арамейской грамматики. Автор выбрал определенные слова и некие грамматические конструкции, чтобы сформулировать предложение и нечто донести до нас. Если он намеревался дать некое повеление, что ж тогда в греческой грамматике, в еврейской грамматике, в любой другой грамматике есть некие способы, чтобы выразить повеление. И если вы знаете язык, то вы будете знать, как сказать повеление на этом языке. И вы посмотрите на то, как это делает автор, и поймете, что он имеет в виду. Также нам очень может помочь в том, чтобы определить, что имел в виду автор, так это контекст какого-то стиха или предложения в стихе. Если вы просто вырвете слово или фразу из стиха, то вам, может, и не станет понятно, что имел в виду автор. Но если вы прочитаете весь абзац, в котором находится это слово или фраза или целый стих, то вам станет намного понятней, что автор хочет здесь сказать. Быть может, вам нужно будет прочитать всю главу, а может быть и всю книгу, чтобы понять, каково же значение этого текста, который находится в этой главе или книге, и что же автор намеревался сказать. Итак, основное допущение евангельской методологии — это богодухновенность и авторитет Писания, а также буквальная историческая грамматическая герменевтика. И далее, вот еще, что я хотел бы сказать. Знание языков оригиналов, на которых написана Библия, даст вам решающее преимущество по отношению к тем, у кого этого знания нет. И в каких-то случаях это знание совершенно необходимо, чтобы правильно понять смысл текста Писания или чтобы проверить полученные выводы или выводы других людей. И, пожалуйста, поймите меня правильно. Я не хочу сказать, что только те, кто знают древнегреческий, древнееврейский или арамейский, могут толковать и понимать Писание. Конечно, это не так. В жизни каждого из нас был такой период, когда мы не знали ни греческий, ни еврейский, но при этом мы читали Писание и извлекали из него некий смысл. Поэтому я не хочу сказать, что вы совсем не можете понимать Писание, если вы не знаете языки оригинала. Я лишь хочу сказать о том, что если вы знаете эти языки, то вы сможете уловить некие нюансы значения. Вы сможете понять больше, уловить какие-то значения, которые вы не смогли бы понять без знания языка. Вот еще один пример. Мне больше нравится смотреть телевизор в цвете, чем в черно-белом изображении. Если вы будете смотреть в черно-белом изображении, вы все еще поймете, о чем идет речь. Если вы смотрите кино, то вы сможете понять сюжет, какая роль у каких персонажей. И когда они что-то говорят, то в большинстве случаев вы прекрасно поймете, что они хотят сказать. Но если вы посмотрите какую-то программу в цвете, то вы сможете уловить что-то, что скрывалось от вашего взгляда, если бы вы смотрели в черно-белом изображении. Вы замечаете много нюансов и лучше понимаете то, о чем идет речь в этой программе. И вот нечто подобное происходит тогда, когда вы изучаете Библию, зная оригинальные языки, а не просто используя переводы. И как я уже говорил, есть такие случаи, когда просто необходимо знать оригинальный язык. Без этого знания практически невозможно прийти к верному выводу
как бы вы ни изучали перевод Писания. И здесь можно привести пример, о котором мы уже говорили. Это доктрина богодухновенности. У нас есть термин «богодухновенность», и есть слово «вдохновение», но значение этого слова «вдохновение» отличается от значения того греческого слова, которое во 2 Тимофея 3:16 переведено как «богодухновенность». И более того, если вы не знаете значение этого греческого слова и не знаете ничего о греческой грамматике, то вероятность того, что вы полностью и до конца поймете, о чем говорится во 2 Тимофею 3:16, практически нулевая. Вы поймете, о чем говорится в тексте, но не во всей полноте. Но, к счастью, практически все, что записано в Библии, если читать в переводе, понять мы можем, мы сможем уловить то, что автор имел в виду. Но есть некоторые тексты, где перевод оставляет желать лучшего. Или, быть может, перевод-то хорош, но если бы вы знали язык оригинала и грамматику языка оригинала, то вы смогли бы уловить некоторые нюансы, значения, которые иначе понять просто невозможно. Что ж, вот некоторые вводные замечания о том, что касается методологии. Давайте теперь рассмотрим этот вопрос более конкретно. ТВ-семинары – благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. И методологию богословия я хотел бы рассмотреть с двух сторон. И, во-первых, мы рассмотрим метод построения богословия в том случае, когда еще не сформулированы никакие доктрины. Что я имею в виду? Но вы еще не изучали богословие. У вас нет никакого представления о том, какие доктрины существуют и что они говорят. И как я показал здесь на слайде презентации, это наилучший подход. И я говорю наилучший вот по какой причине. Если вы начинаете изучать богословие без какого-либо предварительного ознакомления с существующими доктринами, то вы более будете настроены на то, чтобы просто увидеть, что говорит Писание. И не имея за плечами вот этого багажа доктринальных формулировок, не будучи в плену у каких-то допущений и предубеждений, и вы не позволите всему этому оказывать влияние на те выводы, к которым вы придете. Другими словами, если вы подходите к изучению богословия без каких-либо заранее сформулированных предубеждений, то вы будете более объективно рассматривать информацию и скорее увидите, что автор имел в виду. Это будет сделать труднее, если вы уже мыслите доктринально. Есть еще одна сторона, с которой мы рассмотрим метод богословия. Как поступать в том случае, когда уже есть какие-то доктринальные предубеждения? Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.